Каков он нынешний эталон красоты? Ответ на этот вопрос узнаем уже сегодня вечером. В столице региона выберут самую красивую девушку Нурин Мара. До грандиозного финала остаются считанные часы, а пока завершаются последние приготовления. Конкурсантки репетируют, приводят в порядок свои наряды, а их очень много. В традиционном конкурсе красоты и грации принимают участие 8 девушек, которые прошли кастинг. Претендентки на звание мисс Нурин Мара получат шанс изменить свою жизнь. Впервые в истории победительница будет представлять Ненецкий округ на всероссийском конкурсе «Краса России». Подготовкой девушек к предстоящему представлению занимались специалисты по шагистике, технике речи и танцами. А неповторимый образ каждой участницы создаст топ-стилист московского салона красоты «Серебрити» Майя Туахми. За ее плечами работа со звездами шоу-бизнеса. В программе выступления конкурсанток, музыка, костюмы, яркое шоу гостей конкурса. Танцевальная группа СТ из Архангельска, а также выступления творческих коллективов города. Начало конкурса в 18:00 в культурно-деловом центре «Артика».